Владивосток, 16 января 2024 года. На территории медицинского университета, который находится по адресу Острякова 2, появилось новое общественное пространство. Работы начались еще в прошлом году. Ну и на данный момент остались доделочные работы. Вот. Здесь будет видовая площадка, такой балкончик. Ну, должны поставить какие-то перила, ограждения. Здесь вот такие вот лавочки, так скажем. Будут газоны. Лестница здесь такая. Вот здесь. 2 ноября заливали вот эту видовую площадку, но должны еще вот какие-то перила появиться. Или из дерева, или из стекла. Вот. Там вон самолет летит. След от самолета. Что еще здесь? Ну вот шлагбаумы поставили. Бетонные дорожки сделаны. Столбы освещения уже подключены, работают. Там вон шлагбаумы поставили. Здесь на верхней части стоянка для велосипедов установлена, урны и 4 лавочки и лестница в первый корпус университета. Новая лестница на нижней части. На нижней части здесь, ну вот, тоже лавочки установлены. Все вот эти вот бетонные штуки, края бетонных вот этих вот стенок закруглены, зашлифованы. Весь бетон зашлифован тоже. Здесь вот виднеются освещение. Вот черные штучки такие вот под лавочками. Это освещение. Ну вот здесь вот что-то будет тоже. Видимо, вот эти вот блоки бетонные можно будет сдвигать. Ну и в этих местах, наверное, или посадят кустики какие-то, или что-то. Вот лавочки здесь. Лестницы вот новые сделаны. Здесь вот тоже. Ну вот здесь почему-то, здесь перила есть, а вон на тех лестницах пока нет перил. Вот. Лавочки вон там. Лавочки еще выше, около здания. И подъем для людей с колясками и, наверное, маломобильных людей. Здесь такой подъемчик есть. Вот. Надпись. Вот надпись трудночитаемая. Ну, медицинский университет. Государственный. Вот непонятно, что здесь написано. По-медицински написано. На латыни, наверное, что-то. Здесь вот лавочки стоят, установлены. Ну вот, газоны засыпаны. Ну, еще в прошлом году засыпали землей. Вот, мужики сейчас в данный момент устанавливают эту светящуюся надпись. Ну вот, неразборчиво, конечно, написано все. Ну вот газоны еще там две. Вот там 2 газона и вон там в конце газон большой. Ну что-то, видимо, еще будет. Такая вот территория облагороженная здесь появилась. Ну вот это вот медицинский университет здесь. Первый корпус и там 6 корпус. Ну и ориентир вот кольцо
инструментального завода. А здесь вот стенд установлен. Паспорт объекта. Вот такая вот территория облагороженная.